При работе над любым проектом вам не обойтись без документации. Менюбилдер имеет обширную документацию, ссылка будет в описании, а также вы сейчас можете видеть ее в левом верхнем углу на вашем экране. Давайте в общих чертах ознакомимся с имеющимися документами. Переходим в материал на русском языке. Первый раздел – руководство новичка. Тут вы сможете узнать о структуре проекта и устройстве вашего аккаунта и вообще все, что нужно знать, прежде чем начинать. Если вы первый раз используете конструктор, мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с этим разделом. Второй раздел – это основные функции. Это функции меню Builder, которые доступны всем изначально. Тут собрано все, что понадобится вам для создания своего первого бота. Если вы не покупали никаких дополнительных функций, то в этом разделе собрано все, что вам доступно на данный момент. Третий раздел – это биржа рекламы. Тут собраны документы, которые позволят вам как настроить рекламу в собственном боте, так и создать рассылку рекламы в боты других админов. Участие в бирже рекламы абсолютно добровольно, и вы никогда не получите никакой рекламы, пока сами не активируете эту функцию. Более того, мы хотим подчеркнуть, что конструктор никогда не рекламирует себя в ваших проектах, и мы не размещаем ни ссылки, ни какой-либо информации о конструкторе ни в одном из ваших проектов. Четвертый раздел – это помощь по разделам меню. В данном разделе собраны материалы помощи по разделам меню самого конструктора. Ссылки на эти материалы вы можете найти в самом меню. Пятый раздел – руководство по функциям. В данном разделе собраны материалы помощи по отдельным функциям самого конструктора. Вам не обойтись без материалов этого раздела, если вы создаете что-то более или менее сложное в своем проекте. Шестой раздел – это пособие. В данном разделе мы на примерах показываем, как работают те или иные функции. Седьмой раздел – лайфхаки. Тут приводятся примеры того, как можно использовать имеющиеся функции конструктора для создания чего-то нового, что не было предусмотрено изначально. И последний раздел – это глоссарий. Тут собрана вся терминология и определения, которые чаще всего используются в проекте. Кроме того, для вашего удобства на сайте предусмотрен поиск.